Мы хотели бы вам сказать, что КПРФ возмущена грубейшим нарушением избирательного законодательства. Мы направили заявление в Центральную избирательную комиссию и считаем, что вообще-то ЦИК для того и получает деньги и вся его вертикаль, чтобы смотреть за равенством кандидата. У нас агитация в СМИ вообще-то с 18 февраля. Но у нас, во-первых, один кандидат все время в эфире, то он купался, то он что-то возлагал, то с кем-то беседовал. Мы считаем, что это грубейшее нарушение закона. И даже информационно обязаны равным образом представлять. Вы видите, что Грудинина нет. Клевета на Грудинина, как 90. Наверное, это потому, что представители СПС из 90-х сегодня возглавляют внутреннюю политику. Мы возмущены и считаем, что в условиях, когда элита очередями предает Путина, вы знаете, что сегодня в Лавалете выстроилась очередь российской олигархии за покупкой гражданства Мальты. Что такое Мальта? До 1974 года это колония Великобритании. То есть это филиал Великобритании. Но мы считаем, что в этой ситуации нужна вообще-то борьба программ в эфире, чтобы люди, которые разуверились во всем, видели путь в будущее. А в данной ситуации, в принципе, мы считаем, что идет просто произвол. И под разговоры о Трампе, куда, кстати, три председателя комитета отправятся в Вашингтон для поиска, наверное, каких-то нюансов, опять же, для финансовой олигархии в начале февраля, и мы считаем, что это тоже неправильно. Но мы настаиваем на дебатах в эфире, мы считаем на равном представительстве в новостных программах, и мы считаем, что необходимо изменение экономического и политического курса страны. Пожалуйста, Валерьевич. Уважаемые коллеги, ну действительно сегодня на пленарном заседании будет рассматриваться в том числе один из законов, касающийся выборов. Я считаю, что лихие 90-е, которые все хают, я сейчас не слышу ни одного олигарха, ни одного патриота, который бы не сказал негативно о лихих 90-х. Вот традиция проведения выборных кампаний по сценарию лихих 90-х, как заложили так, я считаю, так оно и продолжается и сегодня. Я считаю, что диктаторский режим, авторитарный режим вообще не терпит конкуренции. И поэтому я считаю, что пошел массовая грязь на нашего кандидата Грудинина Павла Николаевича. Они почувствовали, что это реальный конкурент, что это человек, который может добиться огромного авторитета и завоевать большинство. И пошло мочилово. Вот этот понос, который сегодня мы видим из средств массовой информации, причем что плохо, на наш взгляд, он идет с телеканалов государственных. Никто не разрешал государственным каналам заниматься черным пиаром. Никто не разрешал государственным каналам обучать политтехнологов прямо с экрана, как бороться с Грудининым, что говорить, на какие акценты расставлять и так далее и тому подобное. Мы не говорим о соцсетях. Это позорно. Это недопустимо. И если мы считаем, что общество у нас гражданское, и есть законодательство выборное, тогда давайте его соблюдать. Мы категорически против лихих 90-х в технологиях выборной кампании 2018 года. Достаточно, наелись, накушались этих лихих 90-х. Мы категорически это возражаем. Один из законов, как раз у меня сегодня я буду докладывать, это закон, который запрещает и ограничивает занятие должности учителям в высших учебных заведениях и в школах тем, которые попались на фальсификации на выборах. У нас более 90% избирательных участков в школах, в вузах. У нас более 90% членов комиссии – это учителя. И их за руку хватают, преступления совершаются, они продолжают учить наших детей, внуков и правнуков. Этого нельзя допустить. Вот с таким законом сегодня я выхожу, и мы, фракция Компартии Российской Федерации, предлагает ужесточить меры к таким фальсификаторам. Это преступление высшего, так сказать, статуса. Это захват власти. А во всех нормальных государствах, не диктаторских, захват власти, последствия его – расстрел.
Расстрел – это высшая мера. А у нас даже сегодня в законодательстве нет запрета на занимаемой должности учителя-преподавателя, когда попался на фальсификации. Вот этот закон как раз мы будем докладывать. Вера Анатольевна. Итак, начинаются выборы. Выборы высшего должностного лица нашей страны. И каждый человек будет выбирать не конкретного человека, кандидата. Он будет выбирать свою будущую жизнь. И будет решать, оставить вот эту сегодняшнюю систему, политическую, экономическую, социальную, или ее надо изменить. Мы говорим, что систему надо менять. Давайте посмотрим на последние события, страшные события в образовательных организациях нашей страны. Я более 30 лет отработала в школе учителем, и мне больно сегодня говорить об этом. Сначала Пермь, столько вот искалеченных детей, учитель в тяжелом состоянии. Затем Челябинск, поножовщина в школе, теперь Бурятия. Ученик с топором пришел разбираться, решать свои проблемы. Что это? Откуда это? Это пришло из нашей системы, которая навязана нам и со стороны Запада, и со стороны наших либеральных правителей. Что это за система? Это система жестокости, бездуховности и антипатриотизма. Вот говорят об охране. Понимаете, сколько бы мы металлоискателей не поставили у входа в школу, проблему это не решит, потому что от внешнего мира мы сможем школу огородить высоким забором, колючей проволокой. Мы это сделаем. А кто защитит от тех негативных явлений, которые сегодня имеют место быть внутри школы? А это уровень воспитания. Мы не один раз выходили с законопроектом об образовании, об ином образовании, который действительно учит, который воспитывает ответственность. Но, к сожалению, наш закон принят не был. И до сих пор мы не сможем настоять на то, что нужно менять систему в образовании. Та система, которую создавал Фурсенко и Ливанов, эта система сегодня дает вот этот взрыв. Это как нарыв, который... Зрел и лопнул именно сейчас. Что дальше будет? Я думаю, что поток кровопролития вряд ли остановится, пока мы не примем кардинальные меры, а именно и не изменим нашу систему образования. Мы сколько раз вносили законопроект: дайте возможность классным руководителям в школе работать с детьми, а не с бумагами. Огромный вал отчетов, огромный вал разных дневник.ру, журнал.ру. Классному руководителю некогда поработать с живым ребенком, а тем более некогда поработать с семьей. Охрана сегодня в школе – это вахтер. А мы считаем, что это должна быть централизованная организация, и меры должны быть здесь комплексные, начиная с воспитания и заканчивая теми профессионалами, которые должны находиться на этих постах в школе для охраны детей. Наша задача, задача КПРФ сегодня – не Дом-2 привести в школу вместе с Ксенией Собчак и в большую политику, а наши принципы доброты, сочувствия, сопереживания и хороших, качественных знаний. Уважаемые коллеги, ваши коллеги из собеседников в 9-м номере напечатали информацию на целый разворот о том, что якобы Кириенко нанял 20 пиар-компаний, которым оплачивают госкорпорации. Это тоже тягчайшее преступление. И по этому поводу мы тоже обратились в Центральную избирательную комиссию, потому что считаем, что госкорпорации вообще должны, во-первых, платить зарплату своим людям, предотвращать банкротство. У нас сегодня под разговоры об инновациях, инвестициях гибнет НПО имени Хруничева. Это старейшее и опытнейшее ракетостроительное предприятие. НПО «Молния». Похоронен машиностроительный завод «Тушина». Спасибо вам. Думайте и информируйте правильно избирателей. Спасибо.